Всем привет! Москва оказалась в тройке лидеров по доле высоких зарплат. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Москва, а также северные и дальневосточные регионы стали чемпионами по доле высоких зарплат. Это следует из результатов исследования, проведенного РИА Новости. На первом месте в рейтинге в 2019 году стоит Чукотка, где свыше 32% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. Второе место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу – 31,7%. Отмечается, что в прошлом году этот регион был лидером рейтинга с показателем 27%. Москва поднялась с пятой строчки и заняла третье место с результатом 27,4%. Аутсайдерами рейтинга оказались Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан с заработной платой в 100 тысяч рублей. При этом, как отмечают в сообщении, в ряде регионов, оказавшихся в конце рейтинга, наблюдается заметный прогресс. Так, например, в прошлом году доля работников с заработком не выше 100 тысяч рублей в месяц не превышала 1% в 23 регионах, что говорит о росте высокооплачиваемых рабочих мест не только в богатых регионах. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!